Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы, новости спорта и прогноз погоды. Не переключайтесь, рекламная пауза долгая не будет. Все, реклама, мы не в кадре. Так, давай писать вторую часть. Так, подожди. Слушай, а ты когда-нибудь пробовала спортивное питание? Ну, сама не пробовала, но у меня очень многие знакомые пользуются услугами этого магазина. Просто я вот тут задумался. Слушай, давай сначала работа, а потом все твои вот мечтания, желания. Ну, на заметку взять стоит. Либо рекламный ролик так хорош, либо Леня действительно задался целью и всерьез хочет заняться своей физической формой. Что ж, надеюсь, его мотивации хватит для того, чтобы добиться реального результата. Поможет ли ему в этом атлет? Посмотрим. Значит, здесь, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте начнем с того, что вас привело в мой магазин. Какая у вас цель? Настал такой момент в моей жизни, когда мне показалось, что все, пора заниматься спортом, нужно набирать массу, причем набирать массу не в животе, а именно мышечную. И, насколько мне известно, вот спортивное питание в этом помогает. Давайте так. Вы намереваетесь ходить в зал или дома, лежа на диване, приобретать свою форму? А разве возможно не ходить в спортзал? Нет, невозможно. Именно поэтому я задаю такой вопрос, наводящий всем. И в этом случае можно составить план питания, программу тренировок, подходящую именно для вас. Ха, вот это да! Оказывается, на базе атлета действует Каннская федерация бодибилдинга и фитнеса. Общественники занимаются популяризацией этих видов спорта в нашем городе. Они сотрудничают с известными в индустрии фитнеса людьми, инструкторами красноярских клубов «Колизей», «Стронга» и «Степ бай степ». Все они являются либо кандидатами в мастера спорта, либо мастерами спорта. Неоднократные победители и призеры международных турниров. Да, и именно эти люди будут писать мне программу питания и программу тренировок. С тренировками более-менее понятно. Что дальше? Тебе поможет спортивное питание. Конкретно для твоего случая это гейнер, это креатин и БЦА. Ну, мне пока это вообще ни о чем не говорит. Ну, пока да. Но начнешь заниматься, как тебе написали, прописали программу питания, тренировок. Начнешь употреблять питание и поймешь результат, не заставит себя ждать. Неплохая формула. Бодибилдинг и фитнес – это целая наука телостроения. И каждому просто необходим индивидуальный подход. Определить, что нужно именно вам, поможет только профессионал. В этом я уже успел убедиться на собственном примере. До Арнольда и Сталлоне мне, конечно, далеко. Но регулярные тренировки и спортивное питание должны сделать мою жизнь более яркой и здоровой. Эх, а ведь за все нужно платить. И за любовь к сладкому тоже. Пора бы и мне задуматься о правильном питании. Интересно то, что эти продукты не только для занятий спортом, но и просто необходимы для нормальной жизнедеятельности. Минеральные комплексы, витамины, белок. И в отличие от продуктов, которые мы видим на полках наших магазинов, в этих баночках содержится именно то, что написано на их упаковке. Костя, скажите, а что бы вы посоветовали девушке, которая хочет сбросить пару лишних килограммов? Для такой девушки я могу посоветовать большой выбор жиросжигающих препаратов. Начиная от 90 рублей стоимость и выше. Также для девушек, которые хотят скинуть более 2 килограмм веса. А как употреблять эти препараты? Вот как они действуют? Действуют они по-разному. Есть комбинированные препараты, есть и простого действия. То есть употребляете их утром, вечером, все, то есть по инструкции, и жиросжигающий эффект проявляется. То есть я просто употребляю эти препараты и могу обойтись без физических упражнений? Если вы хотите хорошего эффекта, прям отличного, то тогда нужно совмещать с посещением спортзала. Если хотите легкого эффекта, тогда можете принимать одни препараты. Ну, начать можно с этого, а там, глядишь, и в зал начну ходить. Я, конечно, не гурман, но судя по тому, сколько их собирается в этом магазине ежедневно, здесь можно найти все, что угодно. Чтобы добиться каких-то результатов, все равно на сегодняшний день нельзя, то есть, да, нормальной пищей, скажем, поддерживать форму, и поэтому приходится вот прибегать к спортивному питанию. Большой выбор товара,
доступные цены именно для нашего города. Даже есть цены ниже красноярских цен. Широкий ассортимент сочетается с низкими ценами. А еще действует горячая доставка. Через интернет можно заказать интересующий товар. Только проверенные производители. Америка, Европа и 6 отечественных фирм, которые ничуть не уступают западным аналогам. Для себя я решил однозначно. Правильное питание и спорт должны быть в моей жизни. И вам советую. Только не начинайте завтра или в понедельник. Начните сегодня. Леня, что это за план эвакуации? Это не план эвакуации, это план дома моей мамы. И зачем ты его здесь нарисовал? Ну, просто у него скоро день рождения, я хочу вот эти вот зеленые тропинки заасфальтировать. Но что-то очень дорого получается. А ты не думал, чтобы не асфальт положить, а брусчатку, скажем? Значит, где я тебе в Канске найду брусчатку? Ну. Мне кажется, это давно не проблема. Кстати, вот, где-то у меня было. Держи. Элит-камень. Думаю, каждый согласится, брусчатка и правда дешевле и практичнее асфальта, но можно ли в нашем городе найти поставщиков хорошей брусчатки? Ответ прост – не ищите поставщиков, обращайтесь к производителям. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует брусчатка. Для каких целей вам нужна брусчатка? Ну, все дело в том, что я хочу сделать сюрприз для своей мамы к ее дню рождения и выложить несколько тротуарных таких дорожечек рядом с ее домом. Мы можем выбрать как брусчатку, так и тротуарную плитку. Что именно вас интересует? Ну, это хороший вопрос. Я, конечно, не из робкого десятка, но Екатерина одним вопросом поставила меня в тупик. И действительно, а какая разница между тротуарной плиткой и брусчаткой? И что же выбрать в итоге? О практической разнице мне не только рассказали, но и показали наглядно. Это наша небольшая выставка. Здесь представлены наиболее популярные образцы. Здесь у нас представлена брусчатка, это ромашка, кола, мозаика наиболее удобная. Но популярнее всего, популярнее всех, это золотая осень. Все просто. Нужна пешеходная тропинка? Тогда можно обойтись и тротуарной плиткой. Нужна, например, стоянка под автомобиль? Тогда лучше взять брусчатку. Она точно выдержит. А теперь об открытии, которое лично я сделал для себя. Знаете ли вы, что вся продукция фирмы «Элит Камень» выпускается здесь, в Канске? Причем уже далеко не первый год. Это не магазин, который перепродает купленное. Это собственное производство. Уже за эти 10 лет, во всяком случае, это, ну, может быть, я их хвастаю, но как приезжали специалисты по укладке и говорили, наша брусчатка вплоть до Ачинска, она является самой качественной. Более того, качество всех изделий подтверждено сертификатами. Вообще ни брусчатка, ни гипсовая плитка, к примеру, в обязательном сертифицировании не нуждаются. Но сотрудники фирмы «Элит Камень» уверены, лишних подтверждений качества не бывает. Кстати, не могу не упомянуть о том, что фирма «Элит Камень» также на своей базе производит вазоны, плиты для ограждений, заборы, бетонные блоки, брусчатку, тротуарную плитку и ставшую в последнее время очень популярной гипсовую плитку. Состав, из которого делают гипсовую плитку в Канске, уникален. Найти второй такой в Красноярском крае просто невозможно. Плитки из него получаются очень прочные и, более того, очень огнеупорные. Они выдерживают до 200 градусов по Цельсию. Накладная. Проверьте еще раз по стоимости. Если все устраивает, то здесь ваша подпись. Как итог, абсолютно все, что мне было нужно для сюрприза своей маме, я нашел здесь, в «Элит Камне». Да еще и недорого. В осенний период многие производители отделочных и строительных материалов предлагают скидки. «Элит Камень» не исключение. Если решитесь что-то покупать здесь, то будьте уверены, скидка в 10% вам обеспечена.